Я думаю, что самое важное для меня – это не разочароваться в себе самом. Потому что, мне кажется, для любого человека самый строгий судья – это он сам. Безусловно, для меня имеет значение поддержка моей семьи, моих ближайших коллег. Но самая жесткая оценка – это та, которую я дам сам себе.